Современные методы и подходы к лечению урологических заболеваний объединили опытных хирургов из Таджикистана и Узбекистана для помощи детям и подросткам в Душанбе. Так, в рамках проекта по улучшению качества жизни детей с врожденными заболеваниями мочеполовой системы в течение 4 дней таджикскими и узбекскими врачами уже проведено более 14 хирургических операций бесплатно. Наш визит в Таджикистан, в Душанбе, был организован с помощью Национального детского медицинского центра и больницы Стыклол. В рамках этого проекта мы с несколькими специалистами из Национального центра Узбекистана приехали и совместно с таджикскими нашими коллегами проводим сложные оперативные вмешательства у детей с урогенитальной аномалией. В настоящий момент мы внедряем новые технологии в хирургическом лечении сложных пороков развития, которые проводятся в развитых клиниках развитых стран. Теперь это будет доступно для детей Таджикистана, соответственно. В ходе совместной деятельности медицинских работников двух дружественных стран теперь в Душанбе внедрены 2 новых метода лечения и устранения проблем врожденных урогенитальных дефектов. Эти методы будут внедрены в практику, что обеспечит доступ граждан Таджикистана к качественным медицинским услугам в пределах страны. В дальнейшем для эффективного использования опыта лечения больных с врожденными урогенитальными проблемами планируется обучение специалистов за рубежом, в том числе в Южной Корее, что позволит внедрить еще больше методов современной диагностики и лечения в Таджикистане. Зумрад Файзиева, Баудур Курбонов, Рано Азизи, новости.